Добро пожаловать в нашу серию видео, посвященную удивительному миру кошек. Сегодня наш герой — порода Мэнкс. Это необыкновенные кошки, которые известны своим уникальным физическим особенностям, отсутствием хвоста, а также их игривым и дружелюбным характером. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о них. Подготовьтесь открыть для себя мир Мэнксов, породы кошек, которая удивляет и восхищает своими необычными чертами и забавными манерами. Порода Мэнкс происходит от кошек, обитающих на острове Мэн, расположенном между Британией и Ирландией. Это одна из самых старых и узнаваемых пород кошек, которую можно узнать по отсутствию хвоста. Считается, что отсутствие хвоста у Мэнксов – результат естественной мутации, которая произошла среди кошек на этом изолированном острове. Эта уникальная черта стала их визитной карточкой и отличительным знаком породы. С началом 20 века мэнксы стали популярными в США и других странах благодаря своей уникальной внешности и замечательному характеру. Мэнксы – это необычайно активные, любознательные и дружелюбные существа. Они обожают проводить время в играх и исследованиях, но также ценят и спокойные моменты, проведенные в компании своего хозяина. Мэнксы обладают остроумием и быстрым умом. Они быстро учатся, а их любознательность помогает им быстро осваивать новые навыки и привычки. Они отлично подходят для обучения различным командам и трюкам. Мэнксы очень привязываются к своим хозяевам и обожают проводить время в их компании. Их можно часто увидеть спящими на коленях хозяина или просто следующим за ними по пятам по всему дому. Мэнксы обычно отлично ладят с другими домашними животными. Их покладистый и дружелюбный характер делает их отличными компаньонами для других питомцев. Они легко находят общий язык с другими кошками и даже собаками, а их активный образ жизни и любовь к играм делают их отличными спутниками для домашних животных любых размеров и пород. Ну что ж, это было наше путешествие в мир породы Мэнкс, уникальной и невероятно привлекательной породы кошек, которая, несомненно, завоюет ваше сердце своей любвеобильностью, активностью и необыкновенной внешностью. Мы надеемся, что вы получили удовольствие, узнав о них чуть больше. Увлечены игривостью и нежностью наших питомцев? Тогда Рули – это именно то, что вам нужно. В нашем приложении вы сможете общаться с другими любителями животных, делиться своим опытом и получать экспертные советы. Не упустите шанс присоединиться к нашему сообществу питомцев. Просто перейдите по ссылке в описании этого видео и скачайте приложение. Как и все кошки, Мэнксу требуется диета, богатая белками и низкая по содержанию углеводов. Кормление качественным кормом, приготовленным специально для кошек, гарантирует, что ваш Мэнкс получит все необходимые питательные вещества. Мэнксы – это очень активные и игривые кошки. Они любят играть в игрушки, особенно те, которые стимулируют их естественные охотничьи инстинкты. Убедитесь, что у вашего Мэнкса есть много возможностей для физической активности, чтобы поддержать его здоровье и благополучие. Мэнксы бывают с короткой и длинной шерстью. Кошки с короткой шерстью требуют еженедельной чистки, в то время как те, у которых шерсть длиннее, могут требовать чистки несколько раз в неделю. Чистка поможет управлять линкой и предотвратить образование комков шерсти. Мэнксы могут быть предрасположены к определенным заболеваниям, связанным с их генетической мутацией, включая проблемы со спиной и нервной системой. Регулярные визиты к ветеринару и внимательное наблюдение за здоровьем и поведением вашей кошки помогут обнаружить любые проблемы на ранней стадии. Мэнксы – это общительные кошки, которые любят взаимодействовать с людьми. Важно уделять время играм и общению с вашим Мэнксом, чтобы поддержать его социальные навыки и уровень комфорта с различными людьми и ситуациями. Готовы окунуться в мир веселья и безудержной радости с нашими любимыми питомцами? Подписывайтесь на наш канал, где вас ждут невероятно милые и забавные видео. Ставьте лайки, чтобы мы знали, что вам нравится, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И самое главное, скачайте приложение Рули, чтобы вступить в наше дружное сообщество питомцев и делиться своими впечатлениями.